Красном Луче отчим пытался утихомирить двухлетнего ребенка и чуть не забил его до смерти. Последствия такого воспитания – сотрясение мозга и множество синяков. Мальчик попал в реанимацию, а отчим – за решетку. Двухлетний Денис уже спал, когда пришел домой пьяный отчим. Ребенок проснулся от шума и начал плакать. Раздраженный мужчина принялся бить малыша по голове. Увидев кровь, бабушка испугалась и вызвала скорую. Да он так бил, вон, вчера забрали. Вот тут ребенок был в крови, я вызвала скорую. Господи, да как она носит? Да бил, да и все. Пить, кулаком, можете своей рукой указать? Ладошкой бил, ну и действительно, ребенку хватит. Врачи отправили ребенка в реанимацию. Травмы оказались настолько серьезными, что из Красного Луча его пришлось везти в Луганскую областную детскую больницу. Выражены были в области лица, головы, гематомы, кровоподтеки. Была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и рекомендована госпитализация ребенка в нейрохирургию Луганской областной детской клинической больницы, что было и сделано. Сразу после инцидента правоохранители задержали отчима. Искать его не пришлось, пьяный он спал дома. Він каже, що наніс декілька ударів по обличчю і голові. Він знаходився дуже в нетрезвому стані. Как выяснилось, 47-летний мужчина, рецидивист, из заключения вышел недавно. Отбывал срок за избиение человека. Теперь придется отвечать за новое преступление – нанесение двухлетнему ребенку тяжких телесных повреждений. По данному факту возбуждено криминальное производство. В настоящий момент ведется следствие. Лицо нами задержано. Задержанному отчиму грозит до 8 лет тюрьмы. Виктория Чистюхина, Олег Притыкин, Наталья Трофимова, телеканал «Донбасс». Первые показания дал лжеминер капитан.